Привет! Сегодня мы поиграем в игру под названием Dog Duty. Это тактический шутер, где мы будем по сюжету игры сражаться с генералом-осьминогом. Правда, выглядит он здесь достаточно странно, но ничего страшного. Здесь присутствует русский язык, и игра пока что находится в раннем доступе. Но ладно, посмотрим, что она из себя представляет играть. Так. Что это за бета? Я лучше выберу новую игру. Да. Потому что я в нее еще не играл. Блин, обрезалась раз, да? Я сказал, я в нее еще не играл. На помощь кто-то зовет. Здесь очень много каких-то ребят. Путешествую, говорили они. Знакомься с новыми культурами, говорили они. Так, а управлять я должен мышкой? Мать гусыни передает привет. Пирог, внутри ключ и дробовик. Ладно, я вышел. Теперь надо найти... Да блин, куда ты идешь? Ага, получай говна кусок. А мне поиграть дадут? Нет? То есть бегать я действительно не могу. На стрелочке. Только мышкой. Это очень странно. А обучать меня чему-нибудь будут? Нет? Вот это что наверху у меня? Ящик какой-то один. Две решетки, один прицел. Одна аптечка у меня. Пока что это очень странно. На помощь, если я взорву вот эту бочку. Ты придурок, он сам стал стрелять. Он сам выстрелил. А кто на помощь-то зовет? Тот, кто сидит в камере или вот эти люди? Может, это цели мои наверху? И ты обалдел сам стрелять? Я не пойму. Спасибо. Да на здоровье. Чего? А ну-ка живо в камеру, псина. Быстро в укрытие. Нам здоровье немножечко вынесли. Почему псина сразу? Может, куда-нибудь вот сюда пристроиться? Почему они не приседают? Почему второй не стреляет? Такой вот у меня вопрос. Ну ладно. Будем считать, что ему это было не нужно. Да, наверное, это мои цели. Вон ящик. Выберите направление атаки. А долетит вообще? Нифига себе, он подорвался. А он почему не атакует? У него боеприпасов, может, нет? Странный он какой-то. Коктейль Молотова, три штуки. Идите сюда. Можно по бочкам шарахнуть. Так по бочке стреляй. Блин, а куда они пошли-то? Это очень странная фигня. Так... Можно я еще раз туда пальну? А, он подлетит же. Ниндзя, блин. А почему он не умеет драться-то? Хиль его.
Это типа босс или что? Все, он сдох, видимо. Здесь можно отхилиться, но почему только этот хилится? Потому что у того есть аптечка, она тоже перезаряжаться будет? Блин, так она тоже перезаряжается. И можно было вот сюда сесть. Кстати говоря. И расстрелять их. А почему второй-то не идет? Спасай. Спасибо. Ромео. Ты цел? Эй, ты. Чего, а ну-ка, живо в камеру, псина. То есть взрывы их не смущали? Блин, он сейчас сдохнет. И он уже сдох. Блин, вы очень странные ребята. Аптечка у него как-то долго перезаряжается. Давай, давай. Он не только себе хилит. Какой молодец. Забота о близких. Так, ну давай стреляем вот сюда. Эти пацаны могут на нас напасть, поэтому бежим вот сюда. Стреляться там с ними глупо. Вот этот у нас не может подлететь. Зашибись. Пальните сюда. Блин, а чего? Ясно. Кстати, этот мужик мощный. Прикольный. Здесь ничего нет, а может отсюда стоит... А, не-не-не, тихо-тихо, уходим. Все, пусть горят. Я надеюсь, они сгорели. Только он достается своим миниганом. Ладно, идем. Так. Хилка. Быстрее. У нас один сдох. Но здесь можно их хилить вообще без проблем. Все, идите сюда, парни. Бегом к вертолету, ой, то есть к грузовику. Педаль в пол, ух. Можно ехать. Как это работает? Че, приехали? Понять не могу. Как ехать-то? Тоже на мышку? Ладно. Блин, вы главное не падайте с крыши-то. А что там было? Ну ладно. Будем считать, что ничего интересного. Почему он жопой-то едет? Все, мы уезжаем. Не надо ничего разрушать. Карта? Угу. Очень странно, что здесь есть карта. Мне вот сюда надо, что ли? Симпатичная тачка. Столица. Река. Пустыня. А, ну мне, наверное, вот сюда, в столицу надо. Или нет? Вот это что такое? Место крушения. Может, мне все эти места посетить надо? Да блин, а назад-то как? Почти доехали. Что это за место? На карте его нет? Вообще-то было.
Идите прогуляйтесь. Вот ящики, осмотрите их. На людей им все равно. Конечно, кому они нужны? Главное, припасы. Все? Идите обратно в тачку. Поздравляю, вы справились. Это было очень странно. Но на машине прикольно управлять. Да, вот это место мы посетили, можно вот сюда сходить. Погнали. Что за тачка такая? Ее можно уничтожить. Потому что садиться мы в нее не будем. Погоди. Мы на месте. Вы не можете слезть? Или вот здесь можно? Ага, там, оказывается, области подсвечиваются. Что скажешь? Привет, дружище, вот что у меня есть на продажу. Огнемет, 100 баксов, стреляет огнем на среднее расстояние. Ладно, я тебя понял. А где у меня деньги? Вот в чем вопрос. Но у меня столько нет. Как отсюда выйти? Возобновить игру? Все, отвали. Так, не забудьте поставить бесплатную оружейную установку на транспорт. Она тяжелая, смертоносная и надежная. Это как работает? А как ее ставить-то? Формация. Хорошо, что меня ничему не обучили. Поехали задом. Странная фигня. Так, что у нас по карте? Едем вот сюда, в столицу. Блин. Наверное, надо по дороге дальше ехать, а? Да, и мы приедем. Куда нужно? Поворачивай. Так, добро пожаловать в ряды. Мы пришли положить этому конец. Осьминог, прекрати это безумие сейчас же. Прекратить? Ха, великое преображение только началось. Преображение? Под моим руководством Осьмитопия. Весь мир, но как? Мы запросто убежали из твоей жалкой тюрьмы. Ха, недоумки, это я намеренно вас выпустил. Что это? Ты прислал пирог? Зачем? Из каких? Это пор. Злодеи упекаются выпечкой, у меня свой повар. Кто? Ходор? Нет, повар. Чего-чего, Мордор? Повар, блин, неважно. Я освободил вас, чтобы показать всем пример. Он сейчас будет рассказывать нам про свой злодейский план. Как только я уничтожу лучших наемников в мире, все будут знать, что Осьмитопия непобедима. И все, в этом весь план? Какое невежество, вы мне к своему жалкому начальству на коленях поползете. Ну давай, попробуй. Начальство у нас и впрямь не очень кстати. Да уж, это лучшее в его пламенной речи. Боже, это так быстро, плюс еще скачет текст, неудобно читать. Пойди туда, пойди сюда, стреляй. О, надо к тому чуваку подбежать с огнеметом. Отличная идея. Ты прям Эйнштейн, спасибо. Тебе вообще доводилось швырять коктейлями Молотова? Они скользкие. Есть у меня один знакомый. Уронил коктейль Молотова себе под ноги, и теперь эти самые ноги похожи на рожу осьминога. Молчать. Сейчас я вам рты позатыкаю. Трепещите, ничтожные твари. Возрите, мое последнее изобретение. Осьмитрон. А, или осьмитанк. Осьмиклещ. То есть он много чего рассказал. Там как раз три перехода на разные локации, и там вот эти уроды будут, да?
Так, когда мы с ними покончим, мы вернемся к тебе. У меня появились новые цели. Это все очень странно. То есть игра такая короткая или что? Не, мне, наверное, сначала вот сюда стоит поехать. Поворот. Все, заехали. Мы приехали, нет? Приехали. Да блин, почему мне эта статистика-то глупая открывается? Что мне это дает? Ваша задача уничтожить 3 объекта осьминожьей армии, чтобы обезвредить оборону столицы. Но об этом еще... Вот об этом писали в самом начале. Но он мне об этом сказал только недавно. Я сам должен здесь, что ли, что-то искать? А, то есть я пешком должен идти, без тачки уже? Так, что ли, получается? Да блин, задолбал, ты что-нибудь продаешь нормальное, нет? Не забудь поставить бесплатную оружейную установку. Как я ее должен ставить-то? Как? Как я должен дальше продвигаться? О, вот сюда, наверное, надо идти. Ладно, погнали. Может, мы здесь плыть будем? Здесь какая-нибудь осьмилодка, да? Вражеская находится. А ну, пошел отсюда. А куда мы направляемся-то? Ой, извините, извините. Случайно получилось. Надо карту посмотреть. Где? Я вот здесь. Вот запас брони. Речной аванпост. Блин, ну давай сюда съездим. А потом туда вернемся. Жаль, я всех не уничтожаю очень быстро. Да блин, припаркуйся уже. Жесть, это, конечно, читы. Надо было выйти или коктейль вонючий туда закинуть. Это очень по-читерски. Что это такое? Химическая граната? Да блин, задолбал. Не это я открываю. Давай. Направляемся теперь в другую сторону. Во-во-во. Давайте идите. Пацаны. Тут какие-то две звезды. Что это? Две звезды сложности? Не, пока не надо кидать. Все, уходим, уходим, уходим. У него, блин, еще и броня была. Вот это лох какой-то, он вообще ничего не делает. Зачем он мне нужен? Он только один прием использует и все. Прожимаем аптечку. Они так и будут ехать или что?
Ладно, стреляйте в них. А то они обнаглели. Судя по всему. Что там приближается? А почему все-то не идут? Тупицы, блин. Деритесь. Он не долетел. Давай, поднимай скорее. Да ты, придурок. Давай, на тебе вся надежда. Пожалуйста. Быстрее. От стрельбы по их войскам толку мало, нужно уничтожить спутниковую тарелку. Но я так и думаю, то что мало. Но у меня здесь все страдают немножечко. Ладно, кидай коктейль. Пусть он сдохнет. Идем уничтожать следующую цель. Здесь еще 4 лодки и вот один радар. А где еще один у меня? Ладно, вот это потом добьем. Пошли, уничтожим. Тихо, тихо. Сейчас все коктейли и потрачу. Ну? Быстрее. А то они так и будут ехать, да? Мы уходим сюда. Мы уходим сюда. Я сдохну. Ему хана. Ты сражался как мог. Какая-то очень сложная игра. Что можно сказать про эту игру в итоге? Не знаю, как оценить данный продукт. Выглядит и играется очень даже неплохо, но полноценного пальца вверх игра пока не заслуживает. Таким, как мне, людям вообще здесь, судя по всему, приходится страдать. Хотя я просто бежал вперед, не раздумывая, мне было все равно, потому что я и не рассчитывал ее пройти. Главное помнить, что эта игра в раннем доступе находится, так что все еще может кардинально в дальнейшем поменяться, но я продолжать играть в нее не буду. Я думаю, что на этом можно закончить, поэтому пока.